собрании приняли участие первые лица города, предприниматели и руководители предприятий. На повестке дня стояло два вопроса. Мониторинг выполнения закона в сфере развития малого и среднего бизнеса, а также утилизация и сортировка бытовых и промышленных отходов. Открыл заседание глава администрации городского округа Борис Беляев. Он отметил, что город Кумертау – это промышленный город. И возрождение промышленности в городе – одна из ключевых задач на сегодняшний день. Кумертау – это промышленный город. В общем объеме отгруженной продукции доля промышленности занимает до 90%. А развитие предпринимательства при стоящей задаче диверсификации экономики выходит на первый план. К словам главы города присоединился председатель комитета по промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Госсобрания Курултая Республики Башкортостан Рашид Хайруллин. Он отметил, что получение городом статуса территории опережающего развития поможет строительству крупных промышленных заводов, а также послужит хорошему развитию индустрии в городе. Со времен строительства крупных предприятий в городе Кумертау это такое же событие для экономики. И это очень хороший гарантированный шанс для того, чтобы экономику поднять, заложить основу на десятилетие, чтобы в городе появились разные отрасли производства. И люди не думали, а что будет, если закроется один завод. На заседании также разработали план по вовлечению крупных инвесторов в наш город. Для них будут не только федеральные льготы, но и муниципальные. Работа по поиску инвесторов не останавливается, а только набирает обороты. Константин Меркушев, Владимир Кузьмин, телекомпания «Арис».